Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет распаковочка с AliExpress. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале и еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Всем приятного просмотра! Итак, сейчас мы с вами посмотрим, что тут мне пришло. Все хорошо, продавец упаковал. Сегодня получила эту посылку и сразу вместе с вами распаковку делаем. Так, будет у нас и тестирование. Вот такую наклеечку положил продавец в подарок. Это идут товары с магазина Beauty Lux. С магазина Beauty Lux. Я люблю товары от Beauty Lux. Вот такие наклеечки, 3D наклейки. В цвете золота, конечно, приятно, все же подарок, не все продавцы ложат подарок. Ссылки на все товары будут в описании под видео. Так, это мне пришел праймер, праймер идет бескислотный, 10 миллилитров. Вот что тут заявлено. У меня много разных обзоров с этой продукции, есть разные расцветки гель-лаков, разные серии. Кому интересно, можете посмотреть на канале. Вот так очень мелко. Праймер, запах идет не резкий, слабый, приятный. Баночка полная, стекло 10 мл, кисточка ровная, сохнет на воздухе. В работе он мне понравился. И дальше посмотрим красоту, что тут мне пришло. Там также есть в магазине купоны, если вы берете на определенную сумму. Всегда смотрите, если можно сэкономить, почему бы это не сделать. И за подписку продавец дает купон. Короче, это все надо смотреть. Если можно сэкономить, тогда экономьте, девчонки. Так, вот такие красавчики. Так, это у меня два цвета с новой серии. Это идут термо гель-лаки под номером 02 и 01 заказала. И вот эти. Короче, сейчас мы с вами посмотрим. Начнем с этих новых. Так, я уже подготовила типсы. Еще у меня в любимчиках от Beauty Lux матовый топ. Мой фаворит. Так, цвет под номером 2. Емкость 10 мл, так же как праймер. Вот состав. 24 месяца после вскрытия. Качественные гель-лаки, плотные. Хорошие. Они поменяли состав гель-лаков. Пишет, что это идет экологически чистый материал. Очень красивый, девчонки, цвет. Просто супер. Такой пыльный розовый. Так, тут что-то с кисточкой. Типсы, конечно, я взяла большие, какие уже были. Все, я поправила кисточку, все хорошо. Гель-лак плотный. Я люблю их термогель-лаки. Так, для термогель-лаков хороший результат. Так, делаю я средний слой на типсе. Ну, конечно, на ноготочках лучше уже делать тоненькие слоя. Дальше цвет 01. Там есть разные оттенки. Красивый переход. Вот от продавца я вам ставлю. Такие нюдовые, коралловый такой приглушенный цвет. Плотные. Оба они плотные. Наверное, еще себе их закажу. Другие цвета.
консистенция хорошая, быстро самовыравнивается. Вот такая маслянистая. На два слоя на ноготочках будет хорошо. Дальше следующий. Это 05. Цвет у меня уже такой был. Хороший красный. Фаворит у меня. Алый-алый цвет. Заказала себе еще один. Посмотрите, какой он плотный. Запаха резкого нету в гель-лаках. Он, конечно, плотнее, нежели термогель-лаки. Но для термогель-лаков, еще раз повторюсь, хороший эффект. Потому что я брала других фирм. Наибольше мне нравятся вот эти от Beauty Luxe. Кто любит термогель-лаки, тогда вам их обязательно надо попробовать. Дальше, 94. Это белый. Обычный белый. Баночки полные. Нравится мне, как они это заполняют. Белый действительно снежно-снежно-белый. Белых, конечно, гель-лаков никогда не бывает много, так как под дизайн хорошо идут гель-лаки белого цвета. Вот, посмотрите, быстро самовыравнивается. Белый пилотный, конечно, его надо будет сушить в лампе подольше. Да, и еще хочу просушить и нанести второй слой. Как видите, эти два гель-лаки проплешивают, эти два нормально. Только эти термогель-лаки проплешивают. Еще вместе с вами сейчас нанесем второй слой. Вот такой переход сразу после лампы. Конечно, сушить надо подольше, так как пигментация хорошая. Сушила в лампе 60 секунд. У меня Sun One, хорошая лампа. Ссылки всегда оставляю под видео. Также мне нравятся их базы каучуковые. Хорошие, отличные. Давайте еще нанесем второй слой. Посмотрим, как будет на два слоя. Ну, этот и без перехода красивый цвет. Вот так поближе. На два слоя все отлично. Еще раз Т2 и Т1. Также мне нравится серия их камуфляжных баз с блестяшками. Хорошие базы, меня не печут в лампе. Отлично укрепляют ногтевую пластину. Вот, на два слоя отлично. И дальше на просушку на 60 секунд. Вот такие они в теплом состоянии. И сейчас будем смотреть, как меняется эффект. Быстро реагирует на температуру. Такой нежный-нежный розовый, красивый. Это такой какой-то молочный, желтый. Люблю я наблюдать за этим эффектом. Такой градиент получается. Холодную пору года. Как раз супер использовать гель-лаки термо. У меня от них как раз носки база белая, уже месяц, никаких отслоек нету, хорошо проносилась. Не понимаю, что у меня тут за белые пятна, раньше у меня были поменьше, это уже такое большое пятнышко. Если вы знаете, почему такие пятна на ноготочках, напишите мне в комментариях. База Beauty Luxe хорошая, это белый цвет, без блестяшек, обычная база. Я делала нею укрепление и хорошо месяц проносилась. Видно, как отросла ногтевая пластина. Вот они полностью уже остыли. Такой переход. И еще у нас красавчик на закуску, как я люблю говорить. Так, вот такой номер. 143. Вот окошко есть, да, еще не сказала, у них есть окошко. Плюс, что можно видеть, какой цвет внутри в баночке. Но, конечно, их надо хранить подальше от солнечных лучей, чтобы не полимеризовались и не испортились.
Видно, что они полные, как бы окошко идет. Это вот такой красивый хамелеончик. Потому и взяла черную типсу, для того, чтобы лучше был виден эффект. Конечно, его можно и на белую типсу нанести. Так, на один слой, сейчас нанесем второй слой. Сшила 30 секунд, так как он не плотный, как бы блестяшки. Его также можно покрывать на любой другой цвет. Но сейчас я перекрою на белую типсу, нанесенную белый гель-лак, и посмотрим, какой эффект на белой типсе будет. Вот, я перекрыла и на просушку. Но мне лучше нравится на черной типсе больше. Еще хочу нанести второй слой на белую типсу. Какой-то сиреневая такая подложка получается на белой типсе. Поближе. Вот такие красавчики будут у меня в арсенале. Очень мне понравились вот эти термогель-лаки. Красный советую, кто ищет красивый, яркий, алый, красный, вот этот. Еще я хочу вам показать базу, которая у меня на ноготочке. Вот это под номером 01. Вот такая база, консистенция. Это идет каучуковая база. Отлично укрепляет ноготочки, в носке хорошая, без отслоек. Месяц я ее проносила. Не печет в лампе. 01. Там есть и другие оттенки продавца. Вот такой у нас сегодня был обзор продукции от Beauty Lux. Продавцу, конечно, спасибо за подарок. Заходите в магазин, смотрите, там есть в магазине всегда купоны, если вы берете на определенную сумму. Ссылки в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых ноготочков. Пишите мне свои комментарии, увидимся в комментариях. Мне всегда важна ваша обратная связь. И всем вам до новых встреч, всем! Пока-пока!